должен победить. Парень, не подведи. Ты готов, я знаю, ты с нами и не сойдешь с пути. Здравствуй, Артем. Скажи, каким видом спорта ты занимаешься? Здравствуйте, я занимаюсь французским боксом саватом. Сколько лет ты занимаешься саватом? Я занимаюсь с первого класса, то есть уже 8 лет. А каких результатов ты добился за это время? Я многократный призер соревнований как всероссийских, так и городских. А когда и почему ты начал заниматься французским боксом сават? Начал заниматься в первом классе, когда пришел в 91-ю школу. В отделении АДОТ я выбрал французский бокс сават, так как мне понравилось название и ударная техника ног. Скажи, а ты занимаешься саватом просто для поддержания физической формы или для достижения максимального спортивного результата? Я занимаюсь как и для поддержания формы физической, так и для выступления на соревнованиях. Расскажи, пожалуйста, как прошли твои первые соревнования и какие были у тебя впечатления? Это было очень страшно, было очень беспокойно, так как много людей, я в первый раз. Я проиграл на тех соревнованиях. Я год своей жизни посвятил спорту. Что дало тебе это поражение? Я понял то, что на тренировках где-то не дорабатывал, стал работать лучше, и это привело меня к результату. А что вообще дает тебе выступление на соревнованиях? Выступление на соревнованиях дало мне уверенность в себе как в ринге, так и в обычной жизни. На уроках стало проще, я стал более усидчивый и дисциплинированный. А как ты считаешь, какие качества ты в себе смог развить, занимаясь французским боксом? Я смог в себе развить физические качества, как сила, скорость, быстрота, так и моральные. Мне стало легче заводить новое общение, общаться с людьми. А ты занимаешься французским боксом один или со своими друзьями? Сначала я занимался один, но потом я начал зазывать своих одноклассников, и сейчас у нас появилась некая команда. А что ты можешь сказать о своем тренере? Наш тренер всегда готов нам помочь, всегда готов нас настроить на победу, и мы всегда уверены в нем. Что ты можешь пожелать будущим спортсменам? Ответственно себя вести на тренировках, выкладываться на них на полную и не забрасывать. Артем, а ты можешь нам продемонстрировать сейчас свои навыки? Да, могу. Они чувствуют силу, когда встречаются их взгляды. Не ждут подвоха и пощады, из них каждый достоин награды. Каждый будний вечер посвящает тренировкам, оттачивая технику, удар, боевую сноровку. Гонг! Сначала осторожные движения, изучение противника по его поведению. Как в любом деле, надо думать головой. Твой блок, удар ногой, и начинается бой. И ты на ринге свой, здесь ты как акула в море. Серии удачные, твой правый хук всегда проворен. Это легион мастеров, а ты легионер. Художник на ринге, ты рисуешь бой на свой манер. Мастерство легионеров нам послужило примером. Если знаешь свое дело, то ты точно будешь первым. Знаешь поговорку в здравом теле, здравый дух. Ты уже победитель, говори об этом вслух. Бей за себя, бей за легион. Ты кикбоксер, а значит ты уже чемпион. А сейчас мы посмотрим на достижения Артема. Ага. Это Сават. Это контроль. Жарко запись. Это Лена Раш. Контроль. Лена Раш. Ага. Ты выходишь на ринг, чтоб биться до конца, чтобы противник знал, как близок его грустный финал. Удар и снова удар, зал сходит с ума. Сила духа важна так же, как взмах кулака. Это Сават, твой мудрый наставник и брат. Горечь первых ошибок, приятная тяжесть наград. Ты выходишь на ринг, чтоб биться до конца, чтоб превзойти себя. Это Сават. Я сделал правильный выбор, выбрал спорт и трезвость. Спортивный зал заменил мне тусовки в подъездах. Брусья, турники, перчатки, капы и бинты. В местном зале тренил с утра и до темноты. Удары хлесткие, сават, спорт довольно жесткий. Оригинальная техника дается непросто. Удар ногой, фуэте, реверс или сбоку шоссе. Достигающие своей цели травма опасны. Бейся, брат, побеждай боль, занимайся собой. Спорт как игра, и ты в ней главный герой. От усталости мышцы ноют, но ты все равно идешь вперед, ведь это многого стоит. Вся жизнь решающий бой, ты постоянно собран, всегда готов дать отпор. Внутри есть то, что зажигает огонь, мотивация стать сильнее и лучше. Заткнуть тех псов, что лает, но никогда не укусят. Ты выходишь на ринг, чтоб биться до конца, чтобы противник знал, как близок его грустный финал. Удар и снова удар, зал сходит с ума. Сила духа важна так же, как взмах кулака. Первых ошибок, приятная тяжесть наград. Ты выходишь на...
Бать, и снова эпа. Даже если победа ушла, требуй реванш, не оставляй им шанса, не замечая ссадины ран. Завтра в спарринге заново откроешь себя. Не бывает таких тренировок, чтобы время стало потраченным зря. Тело получает новый заряд. В борьбе за титул проверяются силы. Рождается неповторимый стиль, укрепляется стимул. И вот уже судья кричит твое имя на этом ринге. Ты победитель. Потом пересмотришь видео, скинешь друзьям, любимым родителям. Пусть поймут, почему не часто тебя на тусовках или дома видели. Цена триумфа высока, но цель близка. Ты снова идешь в зал доказать, что ты выходишь на ринг, чтоб биться до конца. Ты выходишь на ринг, чтоб биться до конца, чтобы противник знал, как.